Вот ты знаешь, Юль, что у нас дома? Мы все время хотим, чтобы было все красиво, аккуратненько, чистенько. Конечно, особенно сейчас время проводим много дома. Хочется в каждом уголочке, куда взор не упадет, чтобы была красота. Ну что ж, ты знаешь, на это так много времени нужно. А еще глажка, это бесконечная глажка. Слушай, ну мало того, что рубашки, футболки, платья, блузки, юбки, еще целая кипа постельного белья. Надоело. Конечно, Олечка, я тоже гладить не люблю, честно тебе признаюсь, но вот именно наш комплект «Цветочный сад» избавит вас от глажки. Уникальная микрофибра, которую в 76 году изобрели японские ученые, эта ткань малосминаемая. Поэтому она не заставит вас стоять с горячим утюгом. Я могу это демонстрировать, вот хоть на цветах, хоть на гладкой поверхности. Действительно, ткань, если правильно постирать при температуре 30 градусов и потом во влажном виде распрямить, то полотно не заставит вас стоять часами с горячим утюгом. За год вы сэкономите почти 14 дней. Оказывается, специалисты посчитали, именно столько мы гладим. Видишь, я сминаю, но никакого сминания не происходит. Супер! Ну и, конечно же, это настроение. Посмотри, давай какой фотопринт. Давай. Посмотрите, шикарная дизайнерская спальня, модные красивые цветы, растительный орнамент популярен в этом году, но здесь еще у нас и есть ткань компаньон. А значит, вы сможете, просто перевернув пододеяльник, менять внешний вид и оформление спального места. Невероятное предложение, не мнется. Постельное белье дизайнерское по последней цене. Что такое последняя цена? Последняя цена — это значит последняя возможность, максимальная скидка, и больше цена снижаться не будет. Дозвонитесь, забирайте. У нас есть разные цвета на выбор. И главное, полноценный комплект. Две наволочки 70 на 70, двусторонний пододеяльник плюс цельнокроенная простыня. Это очень здорово, потому что такой комплект в магазине, если найдете, будет порядка 3500 рублей стоить. Так. У нас коричневый цвет, темно-коричневый в заказе, с прекрасными цветами фуксии, такой первоцвет стилизованный, да, будто яблонька или вишня. Очень красиво. А давайте посмотрим на коричневый цвет. Здесь у нас алые розы, Олечка. И, конечно же, сопутствует ткань компаньон, шикарные огурцы, пейсли, которые являются подиумным принтом, самым модным. Но это говорит о дизайнерском подходе, о том, что ваша спальня будет не только опрятной всегда, с немнущейся микрофиброй, но она будет еще и очень красивый. А вот этот цвет я выбираю для себя сегодня, зеленый, с этими просто вот жемчужного цвета кувшинками. Конечно же, тоже с тканями-компаньонами. Это полные комплекты с цельнокроенной простыней, двухсторонними пододеяльниками и потрясающим фотопринтом на немнущейся ткани. Какая у нас сегодня спальня? Знаешь, вот надо брать сразу все три дизайна. Три расцветки на выбор, три размера есть в наличии. Вот подумайте. Кому вы можете сделать такой подарок? Кому вы желаете больше свободного времени? Ведь не нужно гладить это постельное белье. А еще мне очень нравится, что здесь яркие, красивые, сочные цвета. Набирайте наш номер телефона, сделайте свою первую покупку. Вы можете, кстати, в течение дня дополнять свою корзину заказа, что-то убрать, что-то добавить. Поэтому начните ее формировать прямо сейчас. Делайте свою первую покупку. Юлечка, давай еще раз поговорим об этой ткани. Микрофибра, вот то, что она микро, да. Это что значит? Что это такое? Да, не все знают вообще. В 76 году само по себе микроволокно придумали японские ученые. Что это такое? Это ультратонкое волокно, тоньше человеческого волоса в 50 раз. Как делают его? Расщепляют на 8 еще более тонких элементов, соединяют в шахматном порядке. Получается воздушная, дышащая ткань, которая по структуре еще и не сминаема или мало сминаема. И посмотрите, благодаря тому, что мы с вами просто рукой можем распрямить полотно, вот оно, без заломов. А на глажку специалисты посчитали, мы с вами в год тратим 14 дней. Теперь вы экономите это время, теперь вы дарите себе целый отпуск практически, представляете? Ну что ж, это абсолютно трендовое решение. Сейчас у нас у женщин очень много заботы, мы работаем, у нас и по дому, и дети, и муж, и приготовить нужно, да еще и глажка. Боже мой, как здорово, что есть такая ткань, микрофибра, которая не требует глажки. Забирайте сейчас из прямого эфира. Внимание! Постельное белье «Цветочный сад» уже заказано в количестве 180 комплектов. Многие заказывают по 2, по 3 комплекта. Это темно-коричневый с розовыми цветами. Есть коричневый с розами. И есть зеленый, тропический, такой нежный и красивый. Какой вы выбрали себе? Забирайте несколько сразу. Делайте свой первый заказ. Присоединяйтесь к нашему телеканалу Shop & Show и радуйте себя. Так,
Так, Юля, вот по поводу того, что у нас здесь дизайны разные, и вообще очень приятно дарить подарки. Ой, конечно, а цветы вообще это вдохновение для женщины, правда же? Когда вы дарите подарок в виде хорошего настроения, в виде яркого интерьера, а значит позитива утром и вечером, конечно, каждая женщина рада получить такой подарок, поэтому возьмите сегодня действительно выбор большой, и себе возьмите, и своим подружкам, еще кому-то на подарки. Темно-коричневый цвет пышет весь, первоцветом таким. Как будто вишня цветет, да, она такая стилизованная, да, именно фуксия, потому что очень красивое сочетание оттенков. Везде у нас использованы ткани компаньона, это значит преображение за считанные секунды вашей спальни, вот просто перевернув пододеяльник, мы вот эффектно, необычно украшаем и оформляем спальню. Да, давайте посмотрим теперь на коричневый, да, ой, здесь такие розы какие красивые. Ух, цветы страсти и любви, какой динамичный получится у вас хором отдыха вашего, это шикарно. Подарок женщинам, как признание в любви. Мужчины нас смотрят, поэтому это вам подсказочка. Вот в таком виде можно подарить букет цветов. Это необычно. Женщина такой подарок просто никогда не забудет. Зеленый – это свежесть. Цвет, который вообще принят отдыхать в комнате с зелеными оттенками, потому что располагает. Даже кровяное давление нормализуется. Зеленый цвет влияет на нас идеально. А еще он в сочетании с белым, да на зеленом еще изображение воды и кувшинки. Вода как начало жизни. Очень красивый цвет. Прямо такие лаймовые. Здесь слюнка аж потекла, да, лайм представился, потому что лимончик, вот это все, прямо брызги такие свежести, которые нам сейчас осенью очень нужны. Конечно, правда? Заряжаемся позитивом, скажем, стоп, нет осенних Андре. И заказывая сегодня, вам не нужно вносить предоплату. Вы получаете на своей ближайшей почте посылочку и там оплачиваете. К этому времени получите зарплату, получите аванс. И главное, вы будете наслаждаться.